Здравствуйте! Мы продолжаем перелистывать дневник 26-го Сибирского международного марафона. Все меньше и меньше времени остается до начала праздника, и уже явно чувствуется его дыхание. Сегодня в областном экспоцентре состоялись первые официальные мероприятия марафона. В частности, стартовал заключительный этап регистрации его участников. То, что на нем пока ажиотажа не наблюдается, объясняется достаточно просто. Большинство спортсменов, которые выйдут на старт 26-го СИМа, уже зарегистрировались через интернет-ресурсы. Ну а для тех, кто решил стать его участником только недавно, как раз и открылись специальные пункты, которые будут работать в ближайшие 3 дня. Регистрация будет непосредственно до субботы, до 7 часов. В эти 3 дня можно будет прийти, зарегистрироваться, забрать пакет участника и уже 20 числа непосредственно выходить на старт. Большинство из тех, кто в ближайшее воскресенье преодолеет дистанцию марафона – наши земляки. Но уже сегодня в Омск из различных регионов России и стран ближнего зарубежья начали прибывать гости спортивного праздника. Люблю бегать. Я в тех городах, в которых нахожусь в командировке, вот в 4 странах – Казахстан, Кыргызстан, Украина, Россия. И в тех городах, где проходят мероприятия, я там бегаю. Вот прошлые выходные был в Новосибирске, там пробежал. Сейчас вот в Омске, и такое мероприятие прям... А мне очень-очень сильно повезло, я считаю, что и попал именно в эти дни. Я здесь учусь, в Сибгуфке, и давно хотела пробежать марафон. 42 километра, 195 метров, вам по силам будет пробежать эту дистанцию? Надеюсь. А есть подготовка? Ну да, бегала, тренировалась. Так. А принимали уже участие в этом забеге? Только в полумарафоне. Марафон пока не бегала. Вся процедура регистрации занимает от силы минут 20. Тем, у кого возникают какие-нибудь вопросы, на помощь тут же приходит волонтер. Все люди осведомлены у меня, то есть к любому волонтеру подойди, и он ответит тебе на этот вопрос. Где можно подать заявку, где можно получить пакет участника, номер, где, если человек приезжает из другого города, то... У нас мы сотрудничаем с гостиницей, турист, можно будет приехать в гостиницу, разместиться, спокойно приготовиться к старту. Любители бега, которые 20 сентября в 10 часов утра собираются выйти на старт одной из дистанций, ожидают, что марафон подарит им заряд бодрости и настоящий праздник. Если вы решили присоединиться к многотысячной армии поклонников СИМа, но пока не зарегистрировались, не мешкайте. Отсчет до выстрела стартового пистолета уже пошел на часы. Мили Нутрилайт – это не просто забег. Это отличный шанс присоединиться к всероссийскому движению «Забег к успеху», которое направлено на популяризацию здорового образа жизни. Как крупнейший производитель витаминов, минералов и фитонутриентов под маркой Nutrilite, мы отлично знаем, что физическая активность и правильное питание являются основой здоровья и долголетия. Вот уже 75 лет мы являемся пионером индустрии оптимального питания, инновационным лидером и признанным авторитетом. Забег Мили Нутрилайт предоставляет возможность не только принять участие в грандиозном спортивном празднике, но и поучаствовать в благотворительности. Все средства, собранные в рамках забега, будут направлены на реализацию программы «В спорте все равны». Эта программа вовлекает в активный спорт детей с инвалидностью. Она уже идет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Самаре, где созданы команды на базе футбольных секций. Однако этот проект не ограничивается развитием детского футбола. Он также включает просветительскую работу. В школах мы проводим уроки доброты, которые повышают культуру отношения к людям с ограниченными возможностями. Бег – это самый массовый вид спорта. Но прежде всего, это отличный шанс поддержать себя в хорошей форме и позаботиться о своем собственном здоровье. Про атлетов порою говорят, он был рожден для этого вида спорта. Но так ли это на самом деле? Чтобы узнать, насколько стайерский бег подходит будущим участникам Сибирского международного марафона, мы решили провести небольшой эксперимент. Мастер спорта по палеатлону Александр Бутрамеев и призер всероссийских состязаний в разных видах бега Ирина Третьякова прошли уникальное исследование по отпечаткам пальцев. Сканер специальный сканирует отпечаток пальцев, потом... Программа через интернет обрабатывает и выдает информацию на 30-35 листах, четкую информацию о ваших способностях, заложенных от природы. Не то, что вы развили
течение жизни, особенно если касаться взрослого человека, а то, что заложено от природы, то, что вы можете в течение жизни развить. Вот, и программа это показывает. Первое место у специального сканера уступили девушки. Результаты исследования заставили удивиться. У Ирины выявили предрасположенность к интеллектуальным видам спорта. Больше всего поразило то, что я склонна к игре к шахматам. Это меня, я как-то никогда не касалась этого спорта. Я в основном люблю такие активные виды спорта, а вот такая для меня усидчивая деятельность, это для меня очень тяжело. Впрочем, вердикт чудо-техники в виде надписи «Стайр» в графе «Индивидуальные виды спорта» успокоил легкоатлетку. А вот у Александра Бутрамеева есть повод еще раз порадоваться, что в детстве он сделал правильный выбор. У спортсмена, специализирующегося на палеатлоне и легкой атлетике, сканер определил природные задатки к лыжам, бегу и силовым видам спорта. Впрочем, общую картину исследования Саши можно описать просто. Талантливый человек, талантлив во всем. Удивило то, что кроме гимнастики, все остальные виды спорта мне подходят. То есть я могу, в принципе, в любой вид спорта пойти и где-то чего-то добиться. Но все равно есть какие-то отдельные виды спорта, где можно добиться высших спортивных достижений. Те мячи, кто хочет всего за несколько минут узнать, чем его одарила природа, могут сделать это в ближайшие дни на выставке «Спорт, молодость, здоровье». Ну а наши сегодняшние герои еще раз убедились – стайерский бег – их судьба. И выйдут на старт 26-го СИМа уверенными в своих силах. Недавно вернулись со сборов в полной боевой готовности, поэтому ждем старта. Планирую бежать 10 километров. Ну, постараюсь попасть в призы. Новая страница дневника 26-го Сибирского международного марафона в эфире 12-го канала уже завтра вечером. До свидания и любите спорт!